Всем привет! Хотелось заснять крутое видео в честь выхода MVC, но, как вы понимаете, со временем не получилось снять крутое видео, поэтому получился вот такой вот обрубок. И в нем я хочу сказать, что наконец-то я анонсировал новые функции, точнее, хочу анонсировать. Я их выпустил. Во-первых, вы можете авторизироваться или регистрироваться теперь с помощью Google аккаунта. Во-вторых, вы можете, те, кто зарегистрирован или зашел на сайт через Google аккаунт, импортировать через YouTube свои подписки. Это все делается в разделе, где вы входите в свой аккаунт, там человечек такой вверху справа. И третья функция, это экспериментальная функция, о ней я бы хотел от вас услышать больше всего отзывов и фидбэков. Каждый раз теперь, когда вы открываете новость, она анализируется на наличие упоминания в ней каких-то устройств или приложений. То есть, например, вы открыли новость, там, которая называется «Лучшие гаджеты августа». И вы уже заранее знаете, что в ней будет упоминаться там Xiaomi Mi там, 4, например, Galaxy там, A7 и так далее. И прямо в тексте вы можете нажать на это устройство, и оно откроется. В общем, как-то так, советую попользоваться и дать мне фидбэк, что из себя для вас эта функция представляет. И еще небольшая новость. Дроидер сделали обзор на нас. Как-то вот неожиданно, прикольно получилось. Вот, пришлось отбиваться от знойных школьников, которым все не нравится, но это получилось, рейтинг приложения восстановлен. Вот, так что вот такие вот новости. Заходите на сайт, открывайте страничку MVC и следите за этой выставкой вместе с Geek Informer. Всем пока!